Свою пожарную биографию Людмила Бурнайкина начала в должности коменданта, продолжила инспектором госпожнадзора. А через некоторое время Людмиле Ивановне предложили должность начальника детской пожарно-технической выставки, на базе которой 11 лет назад она организовала конкурс «Огонь. Опасная игра» для детей дошкольных образовательных учреждений. К 30-летию своей трудовой деятельности Людмила Бурнайкина награждена медалью за пропаганду спасательного дела. Людмилу Ивановну хорошо знают в городе как профсоюзного деятеля, председателя Совета ветеранов противопожарной службы Анапского гарнизона, активного гражданина, влюбленного в родной город и просто душевного отзывчивого человека. По жизни у меня такой, как говорится, девиз – никому не завидовать. И дарить людям теплоту, заботу, доброту. И они мне отвечают тем же. У меня сегодня с 7 часов утра звонит телефон, люди меня поздравляют. Поэтому я считаю, ту работу, которую я делаю, она людям необходима. Людмила Ивановна награждена медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа, орденом «Польза, честь, слава», знаком почета, медалями МЧС. Сегодня она принимает поздравления от родных и близких, друзей и коллег, администрации города-курорта. От главы передали нам поздравления. Да. Это лично от главы. Вот он вам пишет. Уважаемая Людмила Ивановна, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Примите славу благодарен за ответственный, добросовестный труд на благо Анапы, ее жителей и гостей, высокий профессионализм, личный вклад в развитие нашего города-курорта. Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.